Всем привет, и сегодня я буду играть в Roblox поезда. Возьму себе эту машину. Что это происходит? Все, убрал эту штуку. Поезд едет. А у меня только бампер отвалился. О, уже могу ехать. Так это плохая машина, вообще ужасная. Все, выехала, но что-то вообще плохо начала ехать. У меня теперь осталось... Еще один поезд? У меня теперь осталась только одна рабочая фара и один бампер. Поезд. Если бы я где-то на секунду раньше ехал бы, или быстрее немного, то он бы меня сбил. Все, моя машина не может. Тогда возьму другую нормальную. Это, наверное, из-за того, что в траве. О, поезд. Все, я застрял. Это как я взлетел так сильно? Как это я так сильно взлетел? Я хочу еще раз так взлететь. Ого. Как это я так сильно летаю? А вот это вся карта. И куда я улетел? О, поезд сошел с рельс. Хочу посмотреть, что будет, если второй поезд. Вот тут он должен где-то ехать. Все, уже пропал. Стоп, я застрял. Хочу к тому озеру, чтобы взлететь еще. Вот в это озеро. А что я сейчас не взлетаю? Ну то речка была.
Стоп, я застрял. Выхожу. Ого! Это же запчасти аж сюда долетели. О, вот поезд. Вот все, что осталось от моей этой машины. Даже фара отлетела. А где там место? Я просто вообще не помню. Где оно? А, ну, где-то было возле железной дороги. Наверное. Не знаю, попробуй тут. О, да, это оно. Почему я не хожу, а валяюсь? Все, я думаю, то же самое место. О, да, оно. О, сейчас меня вообще за карту кинуло. Да, разбавлю еще что-то. Тогда иду под поезд, что-то спавню. Эй. О, сразу разлетелся. О, тут можно попробовать. Не, он уехал. Стоп, остановился. Не, он уехал. Буду ждать. Едет. Сейчас попробуем запрыгнуть. Не, не получилось. Сильно быстро он едет. И буду его ждать. О, ей. Не, меня откинуло. Все, буду ждать. Он меня кинул вообще, вот. А если заспавнил двухэтажный автобус? Ой, не тот заспавнился. Вот тут. Ну, так тоже нормально. О, два автобуса. Уже ближе. Да, запрыгни. Все, я запрыгнул на его вагоны. Нет, я упал. Он слишком быстро едет. Ой, меня кинул и сбил еще. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!